Сегодня ветер погнал чуть пораньше. Сейчас посмотрим время. Около 5. Где тут наши часы? Пока часы карманом моря. Сейчас оделись уже карманом моря. 10 минут погнали. 17:10. Так, да тут не 5, тут он их побольше накидал. Он еще лезут. Еще лезут. Погода неплохая. 2 местниковые вижу, 3 на 2 вижу, вот это лечит у меня. Идет вообще более часа. Так, сгруппировались летчики с летчиками, лентяи с лентяями. Что там, ты что, запустили? Да. Вот смотри, твоя рябая. О, моря, бля, какой. Сегодня он себя превзошел. Ага. Я смотрю, какой на лентяй. Рябая не хочет лететь, ты бачишь? И бачит. Что, бедорман сел, да? Да не увидел. Я вот смотрю, что рябая. Ну, наверное, конопатый, да? Да, не надо. Он рябая, смотри, как падает, сволочь, видишь? Аж так крылья заламывают. Ничего, ладно, приход есть. Да. Приход есть, а потом их подали сразу туда. Первый раз надо от заправки, понял? А потом уже подальше. А потом, чтобы они вот тут... Да, да. А уже не надо. Да, да. Уже не надо. Вообще не надо, правильно. Одна сбоку схватился с теми, с четверкой, понял? Ну. Там же дробчатое масло дал. Да. О, молодец, масля там. Андрюха, подвязался твой на барнячок. На барнячок понятно, а белогруды сел. Белогруд? Да. Ну не знаю, белогруда или нет, ну какая-то. Рябая какая-то не очень. За того я не волнуюсь. А небо рябое, какое оно? Сейчас. А буры, видишь, на жопе и сегодня. Наверное, сейчас вот тот самый правый, что сейчас хочет на круг. А буры и сегодня на жопе ездят, видел? Это стальная. Стальная? Это стальная. Ну, то, что вчера. Банановая стальная вчера ездила. Ветер, значит. Юго-западный. Кружок где у нас тут? Да я его найду. Да я так сказал, как это будет. Теперь юго-западный, на 3-2-3 секунды. Я уже сегодня не знаю, я днем пробегал тут не было. Так, сейчас, ребята, мы их поймаем. Вот так вот и буду держать, потому что берут высоту. Вот стальная, видите, насколько ниже была? Прошла, стальная, прошла, стальная. Попалась в кадр. 3 штуки набирают, 2 мысли. Сюда они набирают, ничего не набирают. Они уже наоборот спустились до 2 этих. До моего набирняка. Ну хорошо, спустились, ребята. Чуть-чуть спустились. Ну хоть нервы не трепают, да? Они сейчас пятеркой практически стоят. Пока в объектив входит 3. Подержу, чтобы потом на голубом плохо ловить, подержу их.
Говорит, пятерка стоит, но не знаю, где пятерка. То паскуда выпала, и, по-моему, с одной выпала, по ясной. Ну, с одной можно простить, она такая, она как бы, знаешь, а мыстик, она вот слабенькая. Это, мыстик, что у меня полосатый живет, она, наверное, мыснечка. Да, мыснечка. Белохвостая, я да? Думаю, да, она такая она маленькая. Наверное, да, она, я смотрю по поведению, она такая голуба. Ага, 4 попало в кадра. Это же одна нижняя длиннокрылая. Второго нижнего я не вижу, ты видишь? Второго нижнего, то, наверное, 5 я вижу, стальная мисс. Не-не-не. А, вон. Ага. Стальная тоже такая, сволота, знаешь. Золото, потому что желтое там. Как и белогрудия, она тоже синяя там такая. Там вот крыша, мы сюда давно раз. И крылышки сложат так, оп-оп-оп, почти на рожках, понял? Стальная? Нет. Это такая же, как стальная. Такая же, как стальная. Остальная, да? Хоть так чуть-чуть поднимается. Там вообще понад крышами и сразу на крышу. Да ничего, Виха, их раз, два, три, а потом я их... Вверху тройка, я вот не вижу наборняка тогда своего маленького. Ну то ему по возрасту. Не, ну Виха, че раз, два, три, а если ты 3-2 раз, то тоже. Три и одно вот вижу. Ну все. Да, 3 и одно, и он одно. Вот. Поболь, да. Ага. 5 штук. Там одна сбоку полосатая. 3 на 2, 2 мысника и наборняк твой. В этой пятерке, да? Да. А мысничка, если голубка красивая будет такая вот. Мысничка с этих дребчастых, да? У меня. А, у тебя? А я. Что? Я думаю, голубка. Я брал как голубку, но это голубка не видно. Какую-нибудь. А, ну та, что крайняя линять, вот, да? Что, не, у нее там много линять. Молодая. Белая. Крайняя линять, ты не, оно голубятня у меня. Что вот она себе на джебеля похоже. Белохвостая. А крайняя линять, это вроде бы, это тоже, наверное, белохвостая крайняя линять. Набирают они или нет, а то я не могу. Не. Вот с одной выпадает. Ну, с одной. Он ленюк, знаешь, он ленюк, ему как бы. Я так брал, я видел, что он слабенький. Белас красивый, смотри. Кидаю нагон его. Кидай. Белохвостую. А видел, какая пара у него? Я говорю, рыжепоясую пару не видел, наверное, никогда в жизни, что пара рыжепоясая. Может, если и видел, то где-то давно. Иди посмотри. Я видел. А, видел? Прям пара. А как ты видел? Я подходил. Так, ну ладно. Пятерка, да, в полете? Да какая пятерка? Уже трое? Трое, его надо, четверо. Четверо. Нету, ну, нету наборняка моего. Он куда-то подруй, по-моему. Ну, вот это нижнее, это на тройке. Ладно, пока не все. Не буду ругать. Они когда рядом стояли. Не вроде, а выходит. Так, сейчас мы ребята поймаем, хорошо стоят. Вот, поймал пару. Пару, посмотри, кто. В паре, я думаю, два мысли. А третья сейчас в синем, где? В синем оно в этой хуйне. Вот видишь, такая чуть плямочка. Ну как бы, вот они пара, а вот, ну как тебе сказать, так. Наперед. Да, наперед. Вот оно, в синем. А вот оно поблескивает, ага. Да. Ну как сплошное, ага. Не? Не знаю. Сука, это не так стоит далеко.
Так, а ну-ка. Куда они от этой белой? Где они сейчас вышли? Я их поймал, одно, а потом потерял. Одно то? Или... Да не. А, ну вот они, вот пара, вот они. Низко. А то повыше все равно. Да. Пара, вот они. Вот белое большое, ага. И они как бы в таком, в дымковатости. Ага. Ну, не в синем, а еще в, ну, я понял. В дымке типа. Вот одно в синем, а одно все равно в дымке. Я сейчас одно вижу. Ну и я ж того держу одно. А пара вот они. Они пониже, у них высота чуть вот, другая. Да, все. У них между собой то повыше все равно одно. Чуть-чуть повыше. Ага. Да, повыше. Вот ляп, видишь, что делать? Ляп, ага, над двором. Ага. Это что-то надо смотреть, интересно, как бы. Ну, ляп, как бы. Так подожди, вот одно и вот одно. Ну, там три. Пара и одно впереди, три, все на, ну, как бы, ну, только они чуть, расстояние, да, между ними там. Вот пара, одно на проходе в белом, прям ну, в белом. Ну, белом вот над нами. Да, одно. Вот одно. Одно сзади вот. И на... чуть левее бери, чуть левее. А, все, ага. Все они, как бы, треугольником, ага, скажем так. Ага. Сразу что-то еще я больно долго держал. Может, протянуло. Опять, видишь, подлябает. Так. Так, а ну-ка вот это белое вот так вот. Ты наведи. Пару тут держи, пару, и третьего сейчас да. Поймаешь. Да вот я... Пару держи. Я... А, все, так. Сейчас. Ага. Сейчас. Они там как бы типа, вот уже то аж ага, подстают. Все, я одного сейчас поймал. Ну вот, держи его. А те, получается, уже по меня, уже чуть ли не, ну как, ну в общем. А, вот это я поймал мысленько. Все, сейчас они, ну, они там рядом. Вот это вроде бы 4x4 мысленько. Хвост немножко собран. Ты одного так, держишь? А второй к нему мысленько подошел, вот два мысленько. И третьего, где ж третий? Третий, сейчас он, держи пару, сейчас он к ним чуть-чуть так, почти уже. Держи пару, держу. Никуда не отводи. Хочу узнать третий. Я уже попутал, кто. Вот тут сзади мысник, а вот это пошел, а рябый мысник, он пошел вперед. Я уже попутал, кто-то ну, приходил, типа как. Кто был в паре, а кто третий. Уже они как вот все. Только что было два мысника. Я держу сейчас одного мысника, 4x4. Ну, а паре мысники, да? Да я уже не знаю, какие. Я ж... Ну, ты же приближал, что там? В паре были мысники. Сейчас, ну, сейчас. А кто отходил? Мне как сплошное оно. Сейчас я одного вижу мысника. Над двором, вот он, над двором. Да, вот это 4x4. На синее выходит. На синее, да, на синее. А я уже не знаю, что вы говорите. Я просто. Не-не-не, вот это на синем сейчас мысник. Вот один. Это, вот это похоже, как видите, туда. Вот по стилю. Ты гля, буренький как не сдает. Видишь? Он аж поддает чуть-чуть. Ну как же ж мне третьего поймать? Все-таки поймаю его, когда на чине. Да ну они так, расход у них такой, что... Они так по одной линии стоят, ну прилично, как бы. Ну держи одного, вот они сейчас вроде начинают сходиться опять. Сейчас, мне бы третьего поймать. Кто третий там? На барняк Андрюхин или 3x2? Да ну не знаю, я даже уже попутал, кто... Так, вот второго... Второй. А, ну, все, попал понял. Второй. А третья чуть как бы, ну как бы так на вроде бы на барняк Андрюхи. Андрюха, а? То твой наборняк там. Да, ну нафиг. Да. Так что, вот он подляпывал так, да? Да. Ёпта. Вот он сейчас, вот они сейчас вместе, вот наборняк и 4 на это, вот они. Ну, все, значит, вот этот белокрылый мысник, правильно? Болтается. Впереди. Да. Вот он болтается, понял? Ну, он еще... болтается, да. Да, как он бы у него... Он болтается, он гораздо спокойнее. Пестратый, я же как на сплошной. Он спокойно стоит, видишь как? Ты гля, буренький как. А где буренький? Ну, вот он начинает ага, себя показывать, ага. Как бы. Ага. Плюс ему так, знаешь. Сейчас догонит их. Он уже такой, как бы... О, так на барничок мой передовики выскакивает. Да. Мало. Сколько Андрюха уже стоят они? Сейчас я их поймаю. Бурому все равно. Поймал мысника? Без 12 минут час. В общем, 50 минут. Так, сейчас я буду... Где я рядышком возле я мысника? Думаю, улетают они. Где второй, который возле мысника? Куда от него вести, от мысника? Я сейчас одну вижу.
И одного мысника вижу. Вон тварюка пролетела, бля. Чё тварюка? Молодец, умница. Это хозяин. Это хозяин, голова, бля, конь. Где он? Где конь? Да он на ветке. Он на твоей ветке. О, на сухой ветке. Все, значит, это да. Я второго что-то не вижу. Не, в двух они уже. Вот одно, второе, третье. Раз, два, три. Треугольник. Бери треугольник, все они. Ну, умеет же он выпадать вообще. Ну, уже ж на характер, масло позволяет бросить. Нечего. Ну, да. Так, я буду смотреть сейчас за мысником. Как же мне остальных поймать? Ну ты кого держишь? Пару чи? Одного. Ну они, держи одного, сейчас они могут они сейчас как бы аж соединить, ну, вместе быть. Держи одного. Сейчас можешь чуть-чуть поводить, чуть-чуть. А вот он у меня за плафон зашел, собака. За плафон зашел. Вот они тройку. Вот они, да. Вот так. А, все, все. Два и один чуть. Это мой падает на горисполком, отходит на туда, на ДК и возвращается. Это рыжего поймал, вот молодой рыженький. Маленький такой. Молодой рыжий, ну плюс только за сегодня. Хоть с этими такими чуть-чуть. Ладно, опять ловлю я от одного. Опять мысника ловлю. Ну, впереди рябый. А мы он чуть-чуть, думаю, он стоит на туда, на декаунт. Да, он, уже, он уже падать хочет. Да, ему надо уже. Только один мысник. А вот-вот-вот, что-то возле. Вот-вот-вот, вот это, наверное. Рябый. Рябый мысник возле него впереди. Вот видите? Вот. Да видим, рябый впереди. Мы они, видим всех. Я всех вижу. Уже троих. Хорошо видно. Угу. Буры уже садится. Почти все. Ну, еще не сел, ну, почти сел. А, да. Бурый молодец, полчаса полетел. Да, ему полчаса, так как бы малыш. Сегодня чуть-чуть, малышок. Я говорю, ну, в общем, все равно плюсом. Малышок полчаса полетал. Ну, я тоже так, потерял. Будем ждать. Ну, уже практически тихо, уже полный, наверное, штиль. Ну, мы успели еще, да, все равно? Да, мы успели. Они... Да, еще чуть-чуть ветерок был. Когда они выбирались, нормально кинули. Пилца мы раньше кинули. Вот они упадают уже. Я там не ловил, небо голубое, было плохо их ловить. За 10 месяцев понятно, что ты понял, пенсия. Ну, было час 20, сейчас. Сейчас я скажу, сколько времени. Считай, 5 лет, если так лень. Два мысника осталось. Молодой Андрюхин отлетал. 55 минут. Так, ну вот, можно сказать, полтора часа он сейчас будет. Почти полтора часа. Ну, только так. 10 минут я кинул. Смотря сколько поставил. Чуть-чуть он до полтора не дотянет. 20 с копейками не сказать. Ну а что, ну это тебе там высвечивает 20 с копейками. А, и надо что, 35 я сейчас? Да нет, сейчас там с какого-то... Ряба его чуть перелетает, он над ним сейчас, вот, над ним поймал его брата, вот этот перелетает его сегодня по времени. Вообще 25 можно было, да, хорошо. Этот полтора отлетает. 6, следующий 27. Вот пока у него все стали, да? Пока не выйду за 35. Так, ну буду кормить.